Блять, заебал. Тамбуры вокруг на нас ничего не спросят. Давай говорить о чем-то серьезно. Давай этот дым опустим прямо в воздух. Куда несет дым? Куда же бегут все эти люди? Так, ребята, вы только поосторожнее с этой плиткой. Смотрите осторожно. Да, хорошо. Потому что обобьете, больше вас не будут сюда подпускать. Ну ты и придурок. Ну ты, конечно, выбрал время. На постраховке еще постоим. Нет, спасибо. Качаться надо с утра, принимая 3 яйца. Днем, утром и вечером надо обязательно заниматься. Все мышцы укреплять. 3 яйца качать, да? Такое упражнение делаешь утром, днем, вечером, спина болеть не будет. А вот у Леры еще спроси, она знает. Как, Лера, надо? Он знает, я не знаю. Ладно. Ты знаешь, я тебе говорил. А, селедку с утра? Тандем, да. Селедку с утра. Говори в камеру. Привет передавай пацанам. Салам тогда. Ладно, она ни с кем не здоровается. А вот этот продемонстрируй аппарат. Так это одно и то же. А, да? Ну тогда вот этот вот, на растягивание чего? Промежности. В принципе, тенденция та же самая. Самое главное надевать удобные джинсы, чтобы очко не рвалось. Чтобы что? Не рвалось. Кто? Что-нибудь, ну ткань. Вот эти все люди, мы их подсадили на спорт. Все, спасибо, благодарю за тренировку. Давай, Гошин, в помойку.
Вот, смотрите, он летит, летит. Сейчас в помойку улетит. Не, хуйня, хуйня. Надо щелкнуть, приземлить. Еще раз. Welcome to the club, buddy. Сам предпринимает. Типа, чё? Чё поехал? Едут. Смотрим на великах, что здесь больше не гоняли. Люди ходят, дети ходят, вы гоняете. Мы смотрим, чтобы никого не было тогда. Я вижу, как вы смотрите. Ребенок идет, вы несете. На великах прекратить гонять. Всю дорогу убили и все. Давай, покажи, как нужно, малыш. Сука, блядь. Не надо, на камеру это дело бабушке покажут, дурак. Или он сладкий. Сладкий. Сладкий, говорит. У меня прям там фото. Блядь, ну ты же ебал. Блядь, Москва это температура. Ну ты что, сломан? Да. Как вы в люльке делаете? Как вы не давитесь, я не пойму. Я бы тоже. Бля, сейчас... чел, мы курили кальян, сигареты. А в легкие как? Писюны со стороны. Наоборот, ну, чтобы не кашлять, тогда в легкие. Давай я съел, через это? Да. Меня поблагодарили.